Добрый день, друзья! Меня зовут Павел Бирюкович и компания Aquilon Pro. Сегодня мы продолжим наш рассказ о домах из C-панелей и рассмотрим немножко более детально, что же это такое, на что это похоже. Что же такое SIP? SIP – это аббревиатура с английского языка Structural Insulation Panel, то есть структурно утепленная панель. По своей сути, это элемент каркасного дома, изготовленный на заводе, который состоит из листа пенопласта и двух жестко приклеенных к нему панелей USB. Давайте рассмотрим более детально стену каркасного дома и сравним ее с C-панелью. Вот у нас стена традиционного каркасного дома. Вот стойка, вот утепление минеральной ватой, вот диагонали, которые воспринимают ветровую нагрузку. А теперь посмотрим на элемент C-панели. Что здесь похожего, а что отличается? Вот у нас стойка, который воспринимает вертикальную нагрузку. Вот USB-плита. Вот пенопласт. В чем особенность? Особенность здесь в том, что пенопласт и USB-плита по всему периметру жестко приклеена полиуретановым клеем друг к другу. Что это нам дает? Это нам дает возможность отказаться от ветровых связей, прирезка и установка которых занимает много времени на стройке, уменьшить количество стоек за счет больших листов утеплителя и, соответственно, сэкономить время на монтаже. Вот в этом состоят и главные преимущества этого дома. То есть быстрая сборка, легкий дом, сразу приходный к отделкам. На сегодня пока все. Дальше мы продолжим рассказывать особенности проектирования и строительства таких домов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До встречи в следующих видео.